Вторая фаза биологической инженерии – эксплуатация. В применении к планете это известно как терраформинг. Изменения и адаптация стали вторичным для любой цели, которую генные инженеры считают важной. Земля не эксплуатировалась в течение 5 миллионов лет. Когда ресурсы обильны, методы сбора и переработки могут и не быть сложными. Функция большинства этих измененных существ – быть просто тягловыми животными, способными работать в окружающих средах, непереносимых для их хозяев. Атмосфера меняется, поскольку кислород больше не присутствует в количествах, достаточных для поддержания жизни видов, основанных на Homo sapiens. Жизненно важно наличие емкостей для воздуха и очистных систем. Контроль осуществляется путем подачи телепатических команд прямо в центральную нервную систему.